Синий, Поверенков Денис. Удержание защиты, да? Руки плотнее. Болевой. Судья полетает. Стоп, Тася. Вот так, синему. Без оценки. Также руки плотно. Спокойно, сам подергивай туда, напрягай. Предыдущее техническое действие. Оцените ударную технику. 1 балл боится синим поясом. 2 балла за полное удержание. И болевой прием. Шли мастер моментов. Болевым приемом. Выиграл боец в красном поясе. Постоянная работа. Поднимаем боец. Балл красный, первая техническая. Балл синий. Также. Отыграл хорошо. Балл без оценки. Синий. Киселев, Кустановская. Приготовиться. Поздняков, Андрей, Курская. Уваров, Андрей, Московский. На защиту. Эрбо. Бросок сделал. Руки плотнее. Сядь, я буду вон там пройди, сядь, вон Вика там бьется, сядь, быстрее. В синем, в синем. Руки плотнее, отвечай, Поверенко. Здравствуй, Леневковский, Кирилл, синий, Киселев, Слава. Равные возможности. Бал синий, удар ногой в корпус. Бал синему, первый технический. Защита, бал синему. Два балла синего нога в голову. Балл красный, удар ногой в корпус. Удар в защиту. Боец с красным поясом. Рузиева Юлиана. Кстати, внушающий красный. Боец с синим поясом. Жергеева Виктория. Готовится. Оп. Вес 70 плюс. Равные возможности. Готовится Сергей Антипов Иван. Удар в защиту. Балл синий, балл красный. Бал красный. Бал синий. Нет, без оценки. Дар защиту. Бал красный, первый раз в принципе действие. Равные возможности. Дар защиту. Плотно на месте держи, и нога. Еще вторая волна должна была. Бал красный. Бал синий. Хорошо, руки плотно. Сжался. Дэн, балл нужен, Дэн, балл! Счет 4-4, по первому техническому ведет красный. Дэн, балл нужен! Балл красный, да надо дружить. Балл синий, да надо дружить. Балл красный. Балл синий. Балл синий, удар ногой в корпус. Балл красный. Защита. Балл красный. Дэн, балл синий. Двигаться! Двигаться, не давать ему! Бал синий, удар в ноги! Дэн, в ноги не ходи больше! Работаем! Сейчас! Руки плотно! Вот! Бал красный! Защиту! Держать! Дар в защиту! Бал синий! Стоп! Последнее техническое действие! Бал красный! Сняли шлема! В этом напряженном бою со счетом 5-5 по первому техническому действию победил боец с красным поясом.